диспетчерскую службу? Нет. Не совсем. Не хочу делать массаж чужому эго. Это я одобряю. Ну да. Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул. Не преувеличивай. Я знаю много других способов. Да ну. Только учти, когти тебе этого не забудут. Ну еще пофиг. Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого. Ну это правда, да. Это... Лифт можно мне, пожалуйста? Плиз. Поехали. Поговорить с Джонни. Я поговорил вроде. Что происходит? Что со мной? У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. В каком... Что происходит? Ну это что за херня? Сбой в работе биочипа. Да что ж такое? Господи, хули тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Да ладно, ну мне плохо. Мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну ты же сам хотела, чтобы я сдох. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. Че, у меня сбоит вообще? Мне нужен ты. Ради идеи или мести? Зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы? Или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты наконец избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Да. Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Да я-то согласен. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Все равно в любом случае умираю. Включаешься к сети. У Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Так. Пока следишь за мыслью. Слежу. Да, так ты и стал конструктом. Именно, молодец. Так вот, Микоши, это логово душегуба. Там он хранит анграммы всех своих жертв. Так. Угу. Давай, давай, я же вижу, тебе есть что еще сказать. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. Как ты хочешь убить? В этот раз хочешь уничтожить Арасаку. У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Ок. Вроде норм все стало. Да я-то нормально. Сейчас все разберемся со всем, ботан. Ты главное меня нет, не вали, не убивай. Мы со всем разберемся. Ой, ты кто такой? Торгуешь чем-то, нет? Так, Микоши. Корпоративное угнетение. А скоро наступит столкновение с реальностью. Так. Языком следи.
разговариваешь. Ну-ну, хватит. Чем вам помочь? Ну, это... Нам бы трубу починить хотя бы. И... Это кто такой? Вымогатель. Банда Тигриные Когти. Ну, удачи. Ну, машинка стоит. А, я вот на этой приехал, да? Прикольно, что я никто не забрал. Ого. А тут есть фоторежим? Ой, а как я в него вошел? Подожди. Не, не хочу. Я хотел карту открыть. Второстепенная задача — получить награду у Вакако. О, ну давай вот это. Все, поехали. Ну, такое себе. Так, позвонить Джуди? Тебе клинику Фин... Так, подожди, я сейчас не за этим иду вообще-то. А, это клиника Фингер, всё? Так бы тебя и съела. Ты это, осторожней, а Джеки, Джуди позвонить. Да, я же обещал. Обещать все могут, а держать слово уже нет. Но как? Получилось что-нибудь выяснить? Появился след. Не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к Риперу по кличке Фингерс. О, сука. Ты знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Блин, Ви. На нем клейма ставить негде. В смысле? Еду к нему. Вдруг она там. Говорил я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. А почему это облака? Я же другое задание взял. Я вот сюда хочу. Мне сюда надо. Вот. Получить награду у Вакако. О, игровые автоматы, вау, круто. Приветик. Так, так, так. Неужели это Ви собственной персоной в моем скромном салоне? Да. Вакако, давно не виделись. А зачем ты здесь? Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорс? Ты же мне сама звонила недавно. Ну так. Вот твоя награда. Сколько? Очень приятно. Загляни к Риперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Тигриные когти такое любят. Хорошо. Рипер. Косой Райдерс. Нихрена себе, 8. Ты чё, мать? Ты это не перебарщивай. Давай сюда теперь. К Фингерсу сходим. Пи-пи! А чё это? А чё это такое? Сеть. Pleasure Night City. Понятно. Так, Fingers. Fingers. О, сидят чуваки. Эй, а ну-ка не шагу дальше. Слышь, ты к кому?
У меня сообщение тигриных костей. Гактей. 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 Тебе что тут? Парк для прогулок. Мне надо передать сообщение для Фингерса. От Гактей. Какое еще сообщение? Чел. Срочное и секретное. Какое еще? То есть? То есть у тебя есть выбор. Серьезно? Да. Что тебе потом навешают? За лишние вопросы или за тупость? Ладно. Шлам, пропусти его. А ты кто такой? Подожди. Ты... Ты никому не принадлежишь даже. И ты... Ну все, давайте. Гуляйте. Под воздействием наркотиков. Нежное создание света! Внемли! Ты в непроглядной тьме. Это что? Лекарство. Чем они шевелятся? Голубое. Наверное, производная цифабрикол. Его обмолили. Мы таким ставились на третий корпоратив. Да это настоящий рай. 24 часа не чувствуешь боли, а потом почти ничего не помнишь. Для них самое оно. Тоже? Что? Тоже поднимешь, да? Не в курсе, где тут живет Фингерс. Если б я мог, я бы поменял. Не понимаю, почему все вечно так запутано. В итоге у тебя остаются только провода и пустые бутылки. Понятно, иди отсюда. Точнее, я пойду. Думаешь, я тебя боюсь, Зоша? Ты да. А ну-ка, откройте дверь, что тут? А. Ок. Кто там с кем разбирается? Ну-ка, я сейчас приду сам разберусь с вами. Кто здесь? Ничего я тебе не должна. Больна? Почему неисправна? Сутенер. Думаешь, Фингерс тебе треснутый лицевой экран даром ремонтировал? Гони обратно все, что я ему платил. Просто уйдет. Просто уйдет. Да. Рози Харпер. Это кто? Митси Спаркс. Росси Остин и Джанет Брюер. Все больны. Опа. Опа. А ты чё тут? Эй! Тут очередь! Слышь ты? Куда вообще прёшь? Садись и жди своей очереди, как кто-то все. Кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за неё боюсь, Ви. Я не знала, что у неё какие-то проблемы. Мы её найдём. Обещаю. Фингерс не попадал? А у Фингерса не было проблем с шельмами? Нет, с чего бы. Я слышал, девочки после его операции выглядят хуже, чем до. Ну, сам понимаешь, нельзя решить все проблемы сразу. Фига, да какие жестикуляции-то у тебя? Мы тогда следующего утра тут посидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну, или придумай что-нибудь получше. Не видела девушку с голубыми волосами, с кукольным чипом? Ты знаешь, кажется, видела. Да, точно, Фингерс ее оперировал. Она еще здесь? Не знаю, лучше его спроси. Ну, так, а может быть... Слушай, моей подруге очень плохо. Можно мы с ней пройдем вперед? Конечно, милая, о чем речь? Милая? Так, погоди секунду. Она же только что нормально стояла. Она крутая.
терпела, сколько могла. Теперь попробуй. Давай, пойдем. Пойдем, пойдем, давай, давай, Фингерс. Что-то не так. Я все вижу, как в тумане. У прежней хозяйки этой панели было более вытянутое лицо. Фингерс, обо мне, график. Лечение члена. Он вроде все. Что, заходим? Ну да. Of course. Здорово. Чел. Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Удели-ка нам минуту. Всего минуту? Ну, как мало. Жаль. Я мог бы часами смотреть на ваши сладкие губы. Но простите, сейчас я немного занят. Чем же ты занят? Коктейль? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. Опа. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? А девушки знают, что у тебя импланты ломаные? Можно и так сказать. Я даю им лучшее из того, что у меня есть. А что берешь взамен? То, что они могут предложить. А у них всегда есть что предложить. Тебе говорили, что ты больной ублюдок, а? Мне кажется, да, и не раз. Чего вам от меня надо? Где Эвелин Паркер? Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. А, через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке, как будто они заслужили. Конечно. Лучше сразу выкладывай все, что помнишь. Иначе ты не забудешь мое лицо до самой смерти. Ее забрали ребята из студии брейн-данса. Я даже не знаю, как их зовут. Говори конкретней. Что за студия? Они говорили про бабочку. Бабочку. Про Вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Вот и все. Мне надо подышать. Жду внизу. Все просто. Фингерштадт. Вот и все, чувачок. Вот и все. Можно было просто сразу все сказать. Ну, ё-моё, зачем все усложнять? Че у тебя в компе? Все, давайте, девочки. Эй! Ты чё? Подруга? Нет? Ты всё? Ты... больше не говоришь со мной? Ну и ладно. Как хочешь. Пойду я отсюда. Это всё из-за меня. Подожди. Надо было просто не пускать её в облака. Не... ну, я что-то упустил там. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Все будет хорошо. Мы найдем то, что осталось от ее изуродования. Не-не-не-не-не, все нормально. Возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Так, тап сообщение. Особая награда. Персонаж, так, уровень. Сила, реакция, техника. Сила. Of course, сила. Давай силу. Хочу силу. И сюда вкачаем... уничтожение, наверное. Нет. Да, все будет хорошо. Пойдем, 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 пойдем. Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка.
И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадёжно. Это по-твоему. Ты не знаешь, что такое мёртвая голова? Что-нибудь с мёртвой головой на логотипе. Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетиша. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Надо узнать, а где снимать черный брейн. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Да это понятно. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Все оставляют следы. Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансу. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Ну так видишь, как все просто оказывается. Надо стоило только подумать и... Сейчас всё. Надо подумать. Я знаю фиксершу из Уэстбрука. Спрошу у нее. Ви, фиксеры не делятся инфой направо и налево. Это понятно. Мы с ней работали вместе. Не то чтобы она у меня в долгу, но посмотрим. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. О, а так можно, да? Я подожду в машине. Давай. Какой? У меня нет машины. Позвонить Вакако. Давай позвоним Вакако. Ламейн. Вакако Када. Алло. Эй, что такое? Тебе что-то нужно? Да, вопросик есть, обговорить надо. Я ищу брейн-данс. О, какой-то особенный. У них на логотипе бабочка. Мертвая голова. О, вот сейчас советую тебе быть поосторожен. Почему? Ты знаешь, кто их делает? Где их снимают? А ты знаешь, как работают фиксеры? Давай-ка я объясню. Я не только заключаю сделки. Я могу совершить совершенно невозможное. Например, что? Например, сделать так, чтобы и покупатель, и поставщик, и даже посредник не вышли из игры или из окна. Ясно тебе? Так что никогда не спрашивай, кто, с кем, где, что, почему и зачем. Окей. Можешь достать такую запись? Нет, но я хорошо представляю, кто может. И кто же? Есть магазинчик на Чпок-стрит. У них большой выбор всякого дерьма. Спроси у владельца. Спасибо, Мак. Окей. Хорошо, а мы уже здесь как раз, да? All night, every night. Эй, парень, не хочешь радужные попперсы? А пурпурную дымку? У меня есть все цвета. Попперсы? Что за попперсы? Покажи, что у тебя есть. Кто такие попперсы? Радужные попперсы. Покажите. Да это радужные попперсы. Это просто вообще что-то не понимаю, что за попперсы. Сто сорок четыре. Так, вот так вот. Катана такая, катана сякая, бита. Костюмы, маски. Ну все. Так, приветики. Это зачем? Напряги воображение. Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче.
Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. Мне нужен... Окей, ладно, 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 все понял. Окей. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче. Все, я уже ушел, можешь со мной не разговаривать. Посторожнее, никак нельзя. Дилер. А я что? Мне же надо качать. Мне нужно что-нибудь сырое. Привет. Я зайду как-нибудь еще. Наверняка. А ты что? Покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? Я-то покупаю, давай. Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Да. Агент, что ли? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да-то я гляжу из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Скидочку? А как насчет скидки для нового клиента? Скидки я делаю старым клиентам. Нет денег, вали нахуй. Ну покажите, что у вас интересного. И где? Вот это? 350 всего! Эпические компоненты и то дороже стоят. Чё? Легендарные компоненты для улучшений. Охренеть. 350 всего. Я-то думал. Приятно иметь с тобой дело. Да, да, с тобой тоже. А можно вот так сделать? Мне интересно стало просто, можно ли его убить. Оказалось, что можно. Так. Он умер. Полиция сюда не зайдет, мне кажется. А ты кто такой? Нет, проблем нет. Так, Джуди, Джуди. Ох, ё-моё. У тебя такой фургон крутой. Давай. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и всё остальное. О, у тебя там сзади, что ли, уже всё? Смотреть, я походу редактировать. Давай. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. О, это сложно будет. Это надо мне вспомнить, как что делать. Нет, не помню. Вот звук какой-то. Радио. Громкость выкрутили до предела. Видимо, чтобы заглушить крики. А тут колонка просто. Это кто? Да, подожди, подожди-ка. Спец.
спецовка с нашивкой Корпоэлектрик. Корпоэлектрик. На спецовке нашивка корпорации Электрик. А это не может быть реквизит? Никогда не поверишь, что кто-то дрочит на форму рабочих. Хм. Это объясняет высокую температуру. Может быть, ты и прав. Корпоэлектрик. Перемотать назад. Ну-ка. Опа. Это что такое? Заказ недавний. Кусок пиццы. Окей, давай вперед. Баба из мусорщиков. А это мусорщица. Я знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. Монтажер черных брейн-дансов. О, этот божественный аромат синта-кофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Buck & Slice. Это что? Просто ящик? Картонная коробка. Обычный ящик. Логотип Декер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. Да, это нам ничего не дает. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Buck & Slice. У электриков была большая станция. Значит, кто-то постоянно ходит в Buck & Slice. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Давай дальше посмотрим, что будет. Это что, электрический стул или что это? Не повезло. Он умер? Жив. Погорел, походу. Конец записи. В любом случае, нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Поехали туда. Да. Ясное дело. Со мной? Да-да. Погнали. Да, поехали. Погнали. А далеко нам ехать вообще? Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. А, чего? В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Блин, классные татухи, кстати. Череп с брейн-дансом, да? Паутина. Осьминожек. Что написано? Under matter where throws can breathe. Cacus. Или underwater все-таки.